Отже, а ми продовжуємо наш ефір, і до нас завітали власне перші гості, як це несподівано, як не дивно, так змогли до нас дістатись. Це власне Олена Дяченко. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку. Олена, вона активний діяч міста, активіст, волонтер, все в одному флаконі. Отже, розкажіть, Олена, спершу, як ви дібралися власне до нас, до наших студій? Як пролягав шлях? Так, до, як до вам вдалося? Но вы знаете, спасибо коммунальным службам, потому что старались, не покладая рук, лопаты. Вот, они очень хорошо расчистили, но непогода есть непогода. Как бы снег не перестал сыпать, то, что вчера было хорошо убрано, сегодня немножко, конечно, присыпало. Да, это такая бестолковая работа, как я иногда говорю. Чистишь, оно опять чистишь, как осенью снег, листья падают и падают, падают и падают. Но обещали, что завтра закончится все. Сегодня вечером уже закончится. Надеемся, потому что сколько же можно идти? Где набралось столько снега, понимаете? Я не понимаю. Смотрите, все-таки поговорим о вашей деятельности. Занимаетесь уже больше года своей активной деятельностью, активный деятель. Смотрите, первые акции, помните, какие были? Самые первые акции, это, к сожалению, акции были, ну как, связаны с тем, чего не должно быть в нашей стране, да. Первая акция, это 10 литров оливье, покрышенных, да, вот, и сало, сало вкусное, это для наших ребят, вот. А потом Юрий Любаров, «Столетний трамвай», и как-то оно так по накатанной, но больше всего я люблю заниматься с детками, потому что дети – это наше будущее, и чем мы отличаемся от детей? Мы, как бы, дети верят в чудо, а мы знаем, как это чудо сделать. И год назад, не зная о общих Николайчиках, которые проводит Анечка Босикова, да, с Павлом Деменским, вот, получается, мы проводили в школе для первоклашек. Я мама, и мы как родительский комитет ходили по школе, мы переоделись в зайчиков, у нас был Святой Николай, и мы поздравляли деток и учителей. То есть делали шок для деток? Они были очень рады. Они были очень рады. В этом году что была за акция? Потому что знаем, что на Рождество вы тоже проводили. Ой, да, этот год у меня второй ребенок маленький, и немного руки развязались, поэтому в этом году я было много акций. Первая акция, это, конечно же, Николайчики, которые мы ходу организовывали. Вот, мы ездили, собирали денежки, ярмарку. У нас была большая серия мастер-классов. Вот, да, сделали очень много своими руками. Знаете, как из ничего сделали такие красивые вещи, то есть душу вложили. Я хочу сказать, что николаевцы могут из ничего, скажем так, делать пулю. Хотя из ничего пуля не делается. Да, вот, дети были счастливы, было привлечено очень много детей. Потом проводила мастер-классы в Шульце. Спасибо ребятам, предоставили помещение. Приходила Ира Коренчук, учила расписывать медовые пряники. Потом в Ладам нас пригласили. Мы делали ангелочков из бумаги, что было легко детям. И это был как бы симбиоз ребенок и родитель. И приглашали еще в стоматологию частную «Денталикс», там тоже пригласили нас, чтобы мы с детками провели, да. И потом мы продали все это на ярмарке благотворительном и поехали в Степовое. Была гора подарков, дети были счастливы, то есть как бы... То есть, скажем так, продуктивная была работа, да. А вроде бы и семейный отдых все-таки, но и хорошие поделки. Так, да, да. Скажите, Олена, что вас надохнуло вас, как бы, долучитись до цієї активної діяльності волонтерської, громадської. Я зрозуміла. Як зараз там модно говорити, хто дав волшебний пендель? Ну, во-первых, когда мы были маленькие, у нас было очень много елок, всего остального, где мы могли, как нас, нами занимались родители. А сейчас век современных технологий, и, к сожалению, родители занимаются зарабатыванием денег, а детям минимум внимания. Ну как, стараются, но это кружки, то есть родители отдельно от детей. И хотелось, взагалі, да. Багато батьків якби йдуть ще більш простим шляхом, просто iPad там або так, якийсь iPhone так, і так. Хороша гра туди. Так, все чудово. Но ви розумієте, діло в тому, що в них з Фейсбука життя существує. І от дітей виводили на вулицю, виводили на мастер-класи, тому що діти це маленькі актери в цій житті. І коли, от, допустим, у нас в школі був стенд, да, діти роблять підделки. І я предложила учителю зробити проект такий банер, що все, що вироблено дитячими руками, випромінює тепло їх сердець від 2-го класу в нашій школі. І всі роботи веселкою я на стрічках різнокольорових, як веселка по кольору.
школярам, разместила все работы. Представляете, что после того, как дети увидели свои работы, увидели, как другие смотрят их, они сами стали делать. То есть, мам, ну сделай мне, пожалуйста, ну помоги. Сейчас дети сами делают, и это самое главное. То есть, да, вот, скажем так, самое крутое, потому что когда есть уже мотивация, когда есть стимул к чему-то, то это очень хорошо. А какие-то, возможно, акции есть сейчас уже так в голове рождаются идеи? Планы, да, может, какие-то планы еще есть? Я впевнений, що у вас них багато, так? Зважаючи на те, яка ви активна особа. Так. Ну вот с Санечкой мы сейчас подумываем о том, что как бы так бы необычно. Вот вы видели, была «Козачий грай на Коляду». Так, вот, да, у нас был. А теперь мы хотим сделать еще красивое крещение. То есть не только взрослые, чтобы покуражились, а еще и дети, задействовать детей. Но это пока большой секрет. Ну, мы рассказали сейчас так и всем, кто смотрел. Конечно, еще самая главная акция у вас, это, конечно же, рождение ребенка от Анечки будет. Я так представляю, это будет шествие просто. Это будет, наверное, самый... Передаем ей привет, конечно, самый большой. Надеемся, что она нас смотрит. Понятно, что по таким повинным условиям, как бы, идти очень таки тяжело, надо катиться просто. А, але подивитись можно. Но посмотреть можно. Вообще вот акции, которые проводились, проводите, понятное дело, это для души, для сердца. Но вот, скажем так, есть ли, возможно, какие-то люди, которые все-таки помогают? Возможно, хотелось бы о них тоже вспомнить. Конечно. Кроме Любарова Юры, который, скажем так, хорошо так сделал старт, еще помог. Да, да. Ну, вы знаете, у нас на самом деле очень много людей. Это и Анечка Басякова, и, получается, Антонина Квасница, это казачество наше. У нас много хороших людей, которые действительно с открытым сердцем готовы помочь, готовы подсказать, вот, так что вот у меня все связано, да, с девчонками, то есть это с Аней, с Тонечкой, они как бы, мы собрались, знаете, я как шло, так и езды было, мы вот как в симбиозе, то есть мы друг друга чувствуем и вместе творим, да, приходят как-то извне, да, все идеи. Это очень хорошо, когда в унисон все-таки работается. Да, в унисон, да. А тем более, что как бы в наше время, когда необходима поддержка, и вам, конечно же, большое спасибо за то, что организовываете в городе вот такое активное действие, работу, конечно же, праздник для детей, ну и для взрослых. Потому что как бы взрослые там не кривили душой, но все-таки праздник это хочется всем. Да. Я, власне, так. Теж як людина така з, якби, з інфантильним світоглядом, так, хотів би теж вам подякувати, тому що те, що ви робите для дітей, це справді дійсно чудо, власне. Дуже чудо. І спасибо, звісно, скажемо вам за те, що сьогодні прийшли, несмотря на погоду. Розгрібалися. А тепер, знаєте, як півдня бігав, щоб сфотографувати, тепер півдня добігати, щоб зробити. Да, аналогично тепер в зворотньому шляху, але я думаю, що буде легше, розгрібали в цю сторону, назад не замалово. Дякую вам все, що завітали. Дякую. Для наших глядачів нагадаємо ще раз, що сьогодні до нас в гості в нас в гостях була Олена Дяченко, громадський діяч, говорила про те, що відбувалося в Миколаєві, що буде відбуватися. Зробили невеличкі анонси, сподіваємося, що це не остання зустріч.